Добрый день, ребята! Сегодня мы с вами нарисуем кленовый листочек. Первым делом давайте очертим окружность. Поделим ее линией по вертикали. От этой центральной линии проведем симметричные линии к окружности. Сейчас будем вписывать в этот круг лист клена с заостренными кончиками. Старайтесь рисовать все элементы симметрично. Прорисуем прожилки. И приступим к разукрашиванию. Использовать будем желтый, зеленый, оранжевый и красные цвета.
Прожилочки и ножку листика обведем коричневым цветом. Ну вот и все, ребята. Вот мы и научились рисовать кленовый листочек. Ну а я с вами не прощаюсь, а жду вас на следующих уроках. Пока-пока!